Парковка для автомобилей на несколько часов превратилась в сцену. Баннер с пейзажами района украсил двор на улице Школьной, 169. Поздравить жителей второго микрорайона приехали глава района и глава города. Мне очень нравится ваша традиция, традиция наша, городская, что праздновать праздник добрых соседей. Тем более добрых дел у нас немало, и в этом году, благодаря губернатору Кубани, администрации края, у нас в этом году обязательно закончится реконструкция школы искусств. В ближайшее время приступят строительство тротуаров с двух сторон по улице Пирогова. В этом году также сделаем отремонтируем дорогу школьную и рядом соседние дороги для того, чтобы вам было комфортно здесь проживать. Ну, благоустройство – это только часть вашей жизни. Самое главное, чтобы на благоустроенных улицах, благоустроенных школе спортивной Олимпии, в нашей школе искусств была доброжелательная обстановка, были дружные соседи, чтобы общались в таких мероприятиях, принимали участие. Я хочу поздравить вас с этим праздником, пожелать вам взаимного уважения друг к другу, взаимного уважения городской и районной администрации. А мы со своей стороны будем каждый день трудиться для того, чтобы вы чувствовали от нас отдачу. Игорь Чигаев наградил почетными грамотами самых активных жителей этого микрорайона. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, те, кто вносят личный вклад в развитие города, те, кто отметили юбилей. Татьяна Подсевная, ветеран муниципальной службы, взяла ответное слово. Вот эта добрая традиция проведения таких праздников в микрорайонах города уже длится более 30 лет. И она очень необходима. Продолжайте это все, проводите такие праздники. И надо сказать, что они успешно будут проходить только при вашей активной поддержке. Поддержке своих председателей квартальных комитетов, домовых комитетов и совета микрорайона. Успеха вам, удачи, терпения и всего вам самого-самого доброго. Лабинцы признаются, что им приятно внимание, что органы местного самоуправления замечают их добрые дела. Не остаются без внимания даже семейные события. Супруги Власовы Николай Иванович и Людмила Ивановна отметили юбилей совместной жизни. У нас праздник вдвойне. Мы довольны. Спасибо. И много эмоций. Спасибо за организацию этого праздника и за день рождения. Глава городского поселения, в свою очередь, также поздравил всех с праздником добрых соседей и отметил инициативных, тех, кто помогает органам территориального общественного самоуправления. Приятно, что ваш микрорайон такой активный, собирает такое большое количество граждан. Конечно же, здесь особую благодарность хотел бы я выразить председателю микрорайона Любовь Юрьевне Колодяжной и всем домовым комитетам за то, что они собирают, слышат вас, помогают вам. Я думаю, что этот праздник как раз-таки направлен на общение между вами, соседями, между нами и вами, между органами самоуправления и жителями. Направлен на то, чтобы мы определяли первостепенные задачи, причины, где тяжело, где тонко, на что нам обратить внимание и какие задачи перед собой поставить на ближайшее время и исполнять, чтобы вам здесь жилось лучше, комфортнее. Дни добрых соседей традиционно проводятся в преддверии Дня района и города. В этом году району исполняется 95, и все эти годы алабинцы старались делать свою малую родину краше. Председатель второго микрорайона, которая также в этот день получила грамоту главы муниципалитета, подчеркнула, что именно добрые отношения соседей способствуют созиданию. В каждой семье мы благодарим отца, дочь, сына за хорошие дела, за хорошие поступки. Также и в нашем микрорайоне, в нашей семье, огромной семье, которая насчитывает 12 тысяч населения практически, тоже есть такие же добрые, хорошие люди, с которых нужно брать пример. Праздник получился ярким, с прекрасной творческой программой. Артисты культурного центра показали жителям много интересных номеров. Пели и танцевали детские коллективы, звучали патриотические песни. Жители вспомнили, что именно в эти августовские дни, 77 лет назад, в Лабинске началась оккупация. Почтили память погибших минутой молчания. Одна из местных жительниц также исполнила песню. Ее вокальные способности соседи оценили аплодисментами. И в целом праздник получил одобрение жителей второго микрорайона. Я очень люблю свой город. Мы живем здесь, на Кубань, теплый южный город. И тем более наш город – это город курортный. Мне вообще нравится политика новых чиновников, нового поколения чиновников. Они идут в ногу со временем и прислушиваются, я думаю, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Он только говорит, только в объединении, только все вместе мы сможем выжить от всех напастей, от всех войн, от всего. И поэтому и сегодняшний праздник – это праздник объединения. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».